Не понял, кто нас рисует этим лучом лазерным? Мы сейчас как будто бы нарисованы лазерным лучом? Конечно, разумеется. А ты что, этого не видишь? Нет. На самом деле нет материи. Почему называется воображаемым миром, когда у тебя есть что-то? Силы... Сейчас, секундочку. Я выстрою ответ. Силы, желание получать и желание отдавать, должны прийти к некому сочетанию, к некой связи. Так, чтобы в этом сочетании не раскроется, что какая-то из сил управляет другой. Когда и вторая сила тоже приходит к управлению, желание получать тоже управляет, и между ними существует взаимность, партнерство, взаимопонимание, ощущение взаимопомощи, вплоть до любви, когда каждый готов уступить второй все, и каждая готова получить от другой все, когда вторая, получающая сила, будет буквально с той же силой существования, подобно силе отдачи. И для того, чтобы дать этой силе получения возможность все это почувствовать, развивать себя так, чтобы она стала как отдающая сила, как Творец, она должна пройти какие-то состояния, где бы почувствовала себя как существующая. Я управляющая, я решающая, я планирую и реализую. И это невозможно это сделать без того, чтобы у него не было воображения, какого-то иллюзии, что это происходит. И поэтому и происходит эта иллюзия мира и всего остального, где она существует в такой фантазии.